Столицы региона массово встретили весну. 1 мая, или праздник весны и труда, собрал около 120 трудовых коллективов. Праздничная колонна прошлась по улице Смедовича и завершила шествие на главной площади города Марат-Сей. Перед жителями города выступили представители трудовых коллективов, политических партий и органов власти. Творческие номера к празднику подготовили местные ансамбли художественной самодеятельности. Валентина Чибичек тоже прошла в праздничной колонне. Традиционно первый день самого весеннего месяца в округе встречают на Наринмарском Арбате. В этом году он объединил больше 2000 горожан, трудовые коллективы, общественные организации и семьи. Я считаю, что этот праздник, он замечательный, он объединяет нас, традиции какие-то создает. Семейный праздник, хороший очень. Традиция отмечать 1 мая прижилась в Наринмаре еще в советские времена. По воспоминаниям горожан, празднество проходило также в центре города. Демонстранты выходили на улицы с флагами и шествовали дружными колоннами. Впереди были нелегкие месяцы – уборка территории, ремонтные работы, заготовка корма, выпас скота. Поэтому совместный народный праздник перед горячей порой был весьма кстати. В это весенние работы, все с зимы на весну переход, тут надо все это делать. Так что тут работы много весной. После тяжелой зимней зимы, да, продолжительной, конечно, хочется уже солнышко, весенний скорее лето, чтобы наступило, отдохнуть и снова работать. А вы, наверное, на охоту ездите, нет? Конечно. Да? Да. У вас весной обязательно охота? Весной обязательно охота. Уже традиция, больше 30 лет в одно место езжу, так что... Весеннего настроения почти 2000-й колонии добавляли разноцветные шары, флаги и флажки. Главными цветами праздника стали цвета российского триколора – белый, синий и красный. Шариков, ну, было 450, уже все, вроде бы все раздали, только на руках у людей остались, у нас уже их нету. А флажков, ну, я не знаю, сколько их, их очень много. В этом году 1 мая отмечается вместе с православным праздником Светлая Пасха, поэтому горожане поздравляли друг друга с двойным праздником. Эти праздники по жизни идут рядом друг с другом, являются олицетворением пути вперед, действительно, только на мир, только на созидание. 1 мая был и остается символом светлых надежд, взаимной поддержки и сплоченности, глубочайшего уважения к созидательному труду. В этот день мы по многолетней традиции славим ветеранов, трудовой подвиг которых заложил основы нашей сегодняшней жизни. Традиционно 1 мая говорят о проблемах, которые волнуют трудовые коллективы и организации. Губернатор округа Игорь Кошин напомнил, в решении актуальных проблем только комплексный подход даст результат. Да, сегодня непростая экономическая ситуация. Есть много рецептов, есть много сказочных персонажей, очень много об этом рассказывающих. На самом деле рецепт только один. И как говорил в прошлом столетии великий государственный российский деятель Петр Аркадьевич Столыпин, только наша дружная, общая, основанная на взаимном уважении, объединяющая всех работа, вот единственный рецепт для всех нас, для русских. Дорогие друзья, с праздником, с 1 мая, мы вместе. Главное, мы едины. Когда мы едины, мы непобедимы. Ура!